Всем привет, канал Деревенские будни с Александром. Давно не выходили ролики, так как, ребят, у меня пока нет времени. Сейчас я утром приезжаю, кормлю животных, потом целый день работаю, вечером приезжаю, тоже вечернее кормление. И на этом пока все, каких-либо работ особо не производилось. Единственное, это мы сняли солому с чердака на сарае. И сам чердак разобрали частично. Вот эти доски я планирую сделать небольшой навес, где будет находиться солома и сено. Сено чуть позже закажу, чтобы мне в тюках его привезли, как и в прошлом году. Но разбирать его не буду, а уже заложу в тюках все. И пока как бы и все. Поэтому сегодня покажу, как мы будем гулять с Герой. Сейчас у меня поворот. Немножко неудобно. Покажу, как мы будем гулять с Герой. Ну, покажу наших животных. Это утят, кур. Куры сейчас в последнее время как-то начали плохо нестись, они линяют. Некоторые пытаются садиться на кладку. Вот, немножко неудобно, солнце будет светить. Поэтому сейчас туда едем, покажу, кроликов покормим. Их сейчас не так много. Часть, которые взрослые были, я их уже продал буквально на днях. Там большое количество. И... наверное, сегодня, может завтра, должны будут еще кролиться несколько самок. Пожалуй, и все. Наверное, неделя, может, две уже закажу двери в дом. Ну и там можно, конечно, докладывать плитку на крыльце. Там не так много денег нужно на это, но у меня нет времени, чтобы именно этим заниматься. Купить я могу, укладывать пока не получится. Поэтому сейчас доедем. Походим, покажу, как что у нас поменялось. Ну что, соскучилась? И ручка. Сейчас откроем. Соскучилась, да. Ну что, вот. Вот. Такая уже. Ну что. Иди гуляй. Давай, гуляй, гуляй, гуляй. Сразу не хочет даже отходить, как только выпускаю. Радуется, да? Вреднюшка это. Герка. Герка. Все, давай, гуляй. Герка, иди гуляй. Ребят, у нас в этом году по поводу голубики. Вроде ягоды есть, но мы их в этом году поесть практически не сможем. Потому как птицы, а именно скворцы их, понемножку уничтожают. Вот эти кустики так накрываю, их, ну, тоже съедают. Где-то ветром сдувают, едят, поэтому бесполезно. Если в прошлом году как-то эта проблема не наблюдалась, то в этом году они все съедают. Сейчас посмотрим, как там наши уточки. Вот это наша солома, которую из сарая перенесли. И на этом месте, вот здесь лежат колеса, от начала соломы и туда до навозной кучи планирую сделать навес, где в дальнейшем будет храниться солома и сено. Уточки. Сейчас налью всем воды. Вот только приехал, еще не кормил. Кушать хотят. Как кушать? Пить хотят. Сегодня задержался дольше, чем обычно. Захотели пить. Сейчас еще покормлю. Залазят полностью. Они в основном не выпивают эту воду. Так залезут, плюхаются. И все отсюда выплюхивают. Сейчас вот еще нарву им зелье. Травы и комбикорма насыплю. Завтра еще надо будет докупить. Сегодня планировал, но не успел уже.
уже начинают появляться перышки. Такие малышата. Я, наверное, осенью куплю селезня для уток. Может, оставлю эту старую. Она только первый раз высиживала. И, может, еще из этих какую-нибудь. И селезня куплю уже с другого хозяйства. Так как тех своих я убрал, чтобы уже не скрещивать близкородственные связи, чтобы не было. У нас скоро должна будет окролиться вот эта французская барашка. Гнездо уже делала, готовится. И буквально через несколько дней окролится вот эта самочка немецко-пестрого великана. Покрывал я ее французским бараном, так как у меня не было подходящего самца. Тоже гнездо делала, но еще никого не родила. Вот она там носила туда. А тут у меня вот маленькие бургундцы. Их тут, по-моему, 6 штучек. Один, видимо, да, уже вылез наружу где-то. Там в основной клетке сидит. Маленькие такие. Такие рыжики. Ну, тут, наверное. Да, вот. Делала гнездо эта самка. Ну, это я не знаю, покрыта она или нет. Возможно, было ложное. Как на гнездо сделала, что-то все затоптала. Посмотрим еще. Я как-то не записал этот раз, когда она покрывалась. Тут у меня уже подростки, две самки французского барана, им по 4 месяца. Не знаю, может, двоих оставлю, может, только вот эту черную, она как-то побольше. Но тоже для них уже нужно будет менять самца. Вот этот вот самец основной у меня. Но так как осталась только одна самка для него, то его придется уже либо убрать, либо, не знаю, покупать еще одного. Ну, держать два как-то не вижу смысла. Хотя он хороший такой, активный, хороший самец. Может, кому-то нужно, то можем договориться либо поменяться, либо так продать. Тут пересадил. У меня вот сидят калифорнийцы. Этим кроликам уже чуть больше, чем 2 месяца. И вот сидит эта самочка французского барана, которую родила вот рядом. Вот эта голубая. Ее, возможно, тоже оставлю. Посмотрим. А тут у меня тоже один бургундский и 2 калифорнийчика. Скоро буду кормить уже. Цыплята по размерам уже практически как куры. Там скоро удалю петухов этого и вот старого, который тоже петуха надо будет молодого сюда с другого хозяйства взять.
И потом надо будет делать что-то с этими старыми курочками. Сейчас посмотрим, что они там сегодня у нас снесли. С того гнезда всю солому достали. Я пока не закладываю, так как мне удобней, не заходя сюда, забирать яйцо снаружи. Вот сегодня тоже немного, 6-7 яиц. Отсюда вот сбежала курочка, которая еще пока квохчет немножко. Много грецких орехов в этом году. Правда, многие вот чернеют. Я не знаю, созреют они или попадают. Вот там много. Наверное, от излишней влажности. Потому как у нас этим летом дожди чуть ли не через день идут, а то и чаще. И такие ливни прям. Вот яблок много. Это яблони очень вкусные и лежат до весны. Тоже много, но эти долго не хранятся. Тут у нас сидят маленькие строкачики. Поменялись самка местами. Они уже наружу повылазили. Закрываю доской, так как залазят в сенник. Вот такие кролики. Маленькие. Им уже скоро месяц. Ребят, тем, что у меня в этой клетке с этим пометом я столкнулся впервые. Сидят кролики калифорнийцы. Самка калифорнийская покрывалась калифорнийским самцом. У других самок вообще таких проблем нету. Даже это не проблема, это, не знаю, как косяк такой, что ли. Вот один кролик, вот он родился весь белый. Ни одного черного пятнышка, ни на кончике ушей, ни на носу, ни на лапках. Есть белый, как белый панон. Не знаю, с чем это связано, или где-то в роду у самца были помесь. Ну, не знаю, у всех остальных самок все, что рожали, кролились, все было хорошо. Все с признаками чистокровных кроликов. Это вот какой-то один такой альбинос. Ну, ничего, пускай будет. Залезай. Залезай давай.
Тут я накрывал этим материалом солому. Она все порастягивала. Солома намокла. Ну, не вся вот. Солнце уже 2 дня. Вроде так смотрю-то сухая. Надеюсь, уже завтра приступлю делать навес. Вот, уже наговорил, в этом месте будет находиться. Вот тут вот. И потом ее туда. Может, не всю, если что, часть просто сложу, побольше кучу сделаю и накрою. Да? Геруха! Геруха ты! У меня, наверное, в ТикТоке комментарии были, что она худая. Не знаю, ребят, она не ест больше. Я ее хорошо кормлю. У нее всегда мясо в рационе. И сухой корм. Каши я ей не даю, правда. Это она их не любит. Ну, когда есть мясо, то каши не любит. Поэтому, когда на улице прохладно, она аппетит лучше. Она более такая толстенькая. Но когда жара, как сегодня, аппетит похуже, соответственно, немножко худеет. Но ничего. Костей не видно, веселая. Поэтому вы, возможно, своих кормите так, чтобы у них пузо по земле тянулось. Я как бы так не хочу. Мне она нужна здоровая, а не медвежонок ожиревший. Ирка, пошли. Вот вышли с Герой погулять. На этом поле растет люцерна. Не так давно ее убрали. Поэтому я думаю, сейчас с клещами будет меньше проблем. Плюс я обрабатываю его регулярно. То в последнее время не замечал. Вот у нас тут ячмень. А там деревня. Сейчас, наверное, дойдем до того леса, потом пойдем обратно. Изначально планировал погулять по деревне, но потом решил, пойдем на поле. По деревне я гуляю уже с поводком, потому как люди боятся уже ее. Несмотря на то, что ей скоро будет 5 месяцев, все равно внешне она уже нагоняет немножко страха. Нагерка. Вот здесь кого-то съели. Пойдем. Погуляем тут. Потом домой кушать. У Геры сегодня в рационе будет сухой корм с там, разное мясо в нем. И печень говяжья. И куриные головы я ей тоже даю. Наверное, 6 штук. Ну, всего где-то вот на вечер ей где-то 800 грамм корма. Вчера крольчатину давал. Завтра что-нибудь придумаем. Рацион стараюсь разнообразить. Даю еще витамины. Не каждый раз в последнее время получается долго гулять. Гуляем все время. Сегодня уже мода можно хоть до полуночи. Красиво здесь. Особенно сейчас тихо. Запах такой вот именно ячменем. Травой, лес рядом. Немного еще ветер, но Геры окрас, как у ячменного поля. Ребят, пришли с прогулки. Сейчас произвожу осмотр, чтобы не было клещей на Герке. Это поранилось. И вот заметил у Герки. Вот меняются зубки. Там кровоточат. Вот она потеряла клык. Герка, покажи. Вот. Вот тут вот. Потеряла клык, новый растет, этот еще на месте. И вот сзади, вот тоже, вот кровоточит, тоже зубик лезет. Нагулялась.
устала, бедная. Ну, ничего. Я не скажу, что мы сильно много бегали. Ну и, видимо, жарко. Все время язык на бороде. Только в такую прохладную погоду. Или дождь, когда идет, вот тогда ей нравится. Ну что, вставай. Вставай, Гирка. Закончилась у нас прогулка. День наш тоже подходит к завершению. Кому было интересно, следите за видео. Если кто хочет, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, уже в ближайшее время, ну, может, появится больше свободного времени, смогу больше что-то снимать. Ну и уже буду что-то делать. Это закажу двери. Ну, наверное, уже куплю плитку на крыльцо. Надо тоже уложить обязательно в этом году. И, ну, как минимум, это сделать навес для сена. И мне еще нужно в этом году сделать стяжку обязательно в сарае. Но стяжку делать я не буду, там закажу. Мне, чтобы сделали механизированно, она будет более гладкая. Дальше я, наверное, ее просто покрашу масляной краской, чтобы не выстиралась. И все. Но об этом уже немножко позже. Поэтому всем мира, всем добра, всем пока. Спать иди. Иди спать. Иди спать. Какая вот кусака. Какая вот кусака. Какая вот ты кусака.